Всем привет, друзья! Сегодня будет очень-очень интересное видео. Обязательно досмотрите его до конца. Я вам расскажу, сколько я зарабатываю, какие у меня источники дохода. Расскажу свою философию, к чему я стремлюсь. Так что мотайте вот на ус каждое слово. Итак, сейчас у меня какие источники дохода? Сейчас у меня уже пассивные. То есть, когда я зарабатывал руками, я все деньги переводил в активы, чтобы они меня снабжали пассивным доходом. У меня сейчас есть 5 источников дохода. Вернее, этот доход не совсем пассивный, он полупассивный, потому что, например, вот заработок с YouTube, конкретно с YouTube, с партнерской программы на YouTube, он, можно сказать, полупассивный, потому что я ж видео выпускаю, понимаете? Если бы я ничего не делал и мне капали деньги, да, тогда бы это был полностью пассивный доход. Много новых подписчиков спрашивают у меня, откуда ты зарабатываешь, какие у тебя источники дохода. Я об этом уже снимал видео, но те видео уже не актуальны. Я там конкретно рассказывал, какие проценты, какие цифры, потому что сейчас уже совсем другие пропорции у меня, да? Я вот выхожу на пассивный доход. Итак, погнали, начнем, где меньше всего. Меньше всего это высокорисковые интернет-проекты, всякие хайпы, короче, одним словом, пирамиды. Я вот влетел в несколько пирамид и получаю оттуда пассивный доход. Они не называют это пирамидами, я называю, я всегда привык называть вещи своими вот словами. Это все пирамиды. Потом идет мой бизнес, мой барбершоп. Если хотите, кстати, я сниму видео об этих пирамидах, но вот я не хочу снимать, чтобы меня не хейтили. Потому что много людей мне доверяют и вот инвестируют туда, куда я. Короче, вот первый источник это пассивные там проекты, пирамиды. Второй источник это мой бизнес, это мой барбершоп. Потом идет недвижимость. Потом идет партнерская программа с YouTube и партнерская программа с Олимпа. Вот, 5 источников дохода. Конкретно о партнерской программе я уже рассказывал, какие там проценты, какие там цифры. Сейчас, конечно же, изменились пропорции. Если я раньше много зарабатывал с трейдинга, с партнерки, то сейчас уже недвижимость мне приносит хорошие деньги. YouTube мне уже сейчас приносит хорошие деньги, потому что раньше так не было. То есть все активные, да, источники дохода я переводил в пассивные источники дохода. Я все переводил. И сейчас этот процент очень большой, да, 80-90%. А раньше так не было. Раньше недвижка и YouTube больших денег мне не приносили. Ребята, это моя философия. Я всегда вас учил. Не тратьте свои деньги. Все свои деньги вы переведите в активы, чтобы получать пассивный доход. Всегда так нужно делать. Это правило капитала. Итак, сколько я зарабатываю с 5 пассивных источников дохода? До 50 тысяч долларов. Бывает 40, бывает 45, бывает 47. До 50 тысяч долларов. Сейчас это уже не те доходы, что раньше, да? Сейчас они уже пассивные. Активных доходов раньше было намного больше, но сейчас я занимаюсь любимым делом. Мне многие говорят, зачем ты не зарабатываешь больше? Так сейчас я могу уже кайфовать полностью, да? И тогда я кайфовал, но сейчас я могу полностью посвятить себя своей мечте, своему любимому делу. Вот чему я вас учу. Я сейчас в месяц больше 10 тысяч долларов не трачу. Все остальные деньги я реинвестирую опять в активы, чтобы получать еще больше пассивов. Вот и все. И теперь я могу сосредоточиться полностью на своей мечте, вот изменить образование. Вот и все. Вот так я работаю. А когда я сосредоточусь на своей мечте, это же моя философия, потом доходы попрут, потом деньги появятся, будут огромные деньги, я надеюсь. Я не надеюсь, я это знаю, так и будет. Потому что потом я, например, создам большую компанию, большую организацию, и потом будут у меня огромные деньги. Но вот сейчас, когда у меня уже есть деньги, лучше сосредоточиться на мечте. По принципу капитала, да, вот я работаю, я об этом сниму отдельное видео. Смотрите, например, у вас есть 100 тысяч единиц в активах. Они вам приносят 10 тысяч единиц пассивного дохода. Вы эти деньги берете и тратите. Но когда вы ручками зарабатываете там какие-то деньги, вы все докладываете, понимаете, в активы, чтобы уже получать не 10 тысяч единиц, а 11 тысяч единиц пассивного дохода. Вот и все. Вот такой простой принцип. То есть все деньги я докидываю туда, чтобы получить больше процент. Докидываю в активы, чтобы получить больше процент с пассивного дохода. Вот так это работает. И вот моя цель выйти, да, там на 100 тысяч долларов полностью пассивного дохода. Полностью, да, который вообще не будет зависеть от меня, работаю я или не работаю. Вот моя философия. Я еще тогда говорил, да, покупаю недвижимость, получаю доход. Покупаю недвижку, получаю доход. Когда появляются деньги, куда еще эти деньги вкладывать, да, когда я еще ничего не знал? Единственный вариант был недвижимость, то есть все, что я зарабатывал, я вкладывал в недвижимость. Я не покупал себе там на первых порах машины, да, какие-то там дорогие вещи, не покупал. Я сначала
обзавелся активами, чтобы они мне снабжали пассивным доходом. Это очень важно. Много подписчиков используют мою философию, пишут мне такие вот письма благодарности, что они там обрели финансовую независимость. Это круто. А вот хейтеры любят говорить: ну что, много твоих подписчиков стало миллионерами. Ребята, ну дело же не в миллионах. Дело в счастье. Люди счастливы. У них есть неприкасаемый запас. Они откладывают деньги, они занимаются любимым делом, получают там какие-то 2000 долларов в месяц, и им этого хватает, понимаете? Не всем дано быть миллионерами, да и не все хотят, понимаете? Потому что миллионер – это большая ответственность, это большие риски. У меня куча людей, о которых я должен заботиться. Много рисков. Если ты хочешь больше возможностей, будь готов брать на себя большие риски, понимаешь? А кому-то этого не нужно. Ему достаточно путешествовать раз в год. Иметь там свои какие-то деньги в золоте, в валюте, работать на дому, там, фрилансером, ему этого достаточно, он кайфует. Ему не нужна медийность, большая ответственность, ему это не нужно. Понимаете, люди же разные, вот и не всем это подходит. Но вот финансовая безопасность подходит всем. Все должны, я считаю, обрести финансовую безопасность. Вот. Это моя миссия, донести вам это. Все деньги вот с пассивного дохода я распределяю по корзинам. Вот, вот эти денежки, да, это с разных проектов. С недвижки, с проекта, вот я их вот так вот собираю, раскладываю вот сюда вот в конверт. Снял там каких-то 500 долларов, доложил. Забрал за недвижку 1000, доложил. И потом я эти деньги раскладываю в другие корзины и приобретаю активы. Вот мой неприкасаемый запас, я вам уже показывал в коробочке Dior. Я его мало пополняю, да? Вот. Но я никогда отсюда не беру деньги, это те деньги, которые никогда в жизни я не потрачу, даже если они обесценятся, поэтому их тут у меня мало, да. Если они обесценятся, без разницы, я сюда кладу редкие купюры, которые я там высматриваю, с редкими номерами, старые купюры, да, которые уже даже не принимают. Вот есть у меня старые доллары здесь, я вам показывал, вот такие, видно вам? Их уже не принимают. Я их просто собираю, да? Никогда эти деньги тратить не буду. Просто пусть лежат и радуют мне глаз. В этой коробке деньги на расходы, да? Вот. Это те деньги, которые я вот буду тратить на еду, на путешествия. И вот коробка на активы. Вот сейчас эти деньги, да? Они пойдут на активы. Вот я их насобирал, все, отправил. Коробочка опустела, заполняется новыми деньгами, которые пойдут на активы, чтобы приносить мне еще больше пассивного дохода. Вот и все, ребята, вот такой вот принцип. И каждый этому принципу должен следовать. Кому прям очень интересно узнать, на чем я зарабатываю, сколько я раньше зарабатывал, посмотрите мои видео, посмотрите мои старые видео, посмотрите мой канал с самого начала. Я вел канал, когда я зарабатывал 30 долларов в месяц. Ребята, 30, мать его, баксов в месяц. По 1 доллару в день, по 90 центов в день я зарабатывал. Представляете, какие копейки. И я тогда вел канал. Этот путь есть у меня. То есть я создал себя сам. Я заработал свои деньги сам. Мне никто не помогал. Своими силами. Я работал над собой, работал над своей мечтой. Я был только сам у себя. И все. Итак, ребята, теперь вы все обо мне знаете. Знаете, сколько я зарабатываю. Вы знаете мою философию. Я таким был всегда. Я всегда был открыт. И мне нечего скрывать. Я всегда все рассказывал, всегда все показывал. Вся история есть на моем канале. Видео о том, сколько я зарабатывал раньше, тоже есть на моем канале. Вы можете проследить всю историю моего успеха. Многие раньше меня хейтили, не понимали мою философию. Почему я зарабатывал с партнерки на Ютубе, почему я зарабатывал с партнерки на Олимпе, потому что цель была создать пассивный источник дохода, понимаете, пассивный источник, и по моему правилу я никогда не пренебрегаю маленькими источниками дохода. Да, Ютуб там раньше мне приносил 500 долларов в месяц, да, я там много зарабатывал, Ютуб 500, ну что мне отказываться от 500 долларов с Ютуба? Вот вам правило, как стать успешным. Не пренебрегайте маленькими источниками дохода. И теперь YouTube мне много приносит денег, понимаете? Если у вас есть возможность получать там маленький пассивный доход, почему бы его не получать? Если у вас есть возможность поставить там реферальную ссылку, чтобы вам капали проценты, почему бы не получать этот доход, понимаете? Вот моя философия – создать пассивный источник дохода. Уходите с активного в пассивный, чтобы деньги вам капали вне зависимости от того, работаете вы или нет. Вот в этом вся сила, друзья, сила финансовой безопасности. Ну что, друзья, огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Подписывайтесь на все мои каналы, ссылки в описании. Подписывайтесь на основной канал Инстардинг, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на мой Инстаграм, там много пользы, много мотивации, вы это все уже знаете. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Да сбудутся все ваши мечты. Желаю всем обрести финансовую независимость. Всем пока!